Приветствую всех на канале Кухня Татьяны. Сегодня я покажу вам рецепт песочное печенье с медом. Это печенье получается очень нежное. Оно похоже на первый снег. Мне очень нравится готовить его на праздник, на Новый год и Рождество. Сначала я беру масло комнатной температуры. К маслу добавляю сахар и хорошо перемешиваю. Я делаю это блендером, так проще. Но можно и обычной вилкой. Я перемешиваю масло и сахар до тех пор, пока масло не посветлеет. Добавляю мед комнатной температуры и продолжаю взбивать. Добавляю 2 яйца и снова взбиваю смесь. Готовую смесь я добавляю щепотку соли, разрыхлитель и ванильный сахар. Затем я добавляю большую часть муки и быстро замешиваю тесто. Высыпаю вторую часть муки. Ее может уйти немного меньше или больше, зависит от ее качества. Хорошо перемешиваю тесто и делаю это недолго. Затем формирую его в комок и отправляю минут на 20-30 в холодильник. Вынимаю тесто, отщипываю от него небольшие кусочки, скатываю в шарики и слегка приминаю руками. Это занимает совсем немного времени. Сформированное печенье я кладу на противень, ставлю в духовку. Печенье готово. Я выпекала его около 20 минут. Посмотрите, какое нежное оно получилось внутри. Когда печенье полностью остынет, оно станет немного тверже, но вот такую структуру все равно сохранит. Пока печенье остывает, я готовлю для него глазурь. Для этого я беру сок лимона и добавляю сок в сахарную пудру. Добавляю я его понемногу и размешиваю, пока не получится нужной мне консистенции. Печенье я обмакиваю в сахарную глазурь и потом в кокосовую крошку. Это очень просто и быстро. И затем даю печенье время на то, чтобы высохнуть. Печенье готово. Посмотрите, какое оно получилось нарядное. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое. Всем самого доброго. Пока.